Августе, ну, мне вот, говорю, вот, модельер одна сказала, надо вот, чтобы фалдила. Думаю, ешкин кот, как же это сделать, чтобы это фалдило? Вот тот воротник, я связала два таких воротника и приложила сюда. Вот здесь вот просто связаны два воротника. Вот, А, за счет того, да, что... да, конечно, за счет того, что он круглый. круглый, и вот так вот легли эти фалды. В журнале мод, конечно, я не стала там все это, и они просто нарисовали вот так вот. Да, кстати, и не спрашивали. Не то, что я, если бы спросили, я бы, конечно, это. Но и спрашивали, не спрашивали, не спрашивали. Вот за счет этого вот и получается вот эти вот фалдочки. А сейчас, тем более, баска это, в общем-то, в фаворе, да, баска. Ну вот, так что ему тоже 100 лет в обед. Вот такой вот жакет. Занимы с внуками нормально, только жить начинаю. Совершенно верно. На пенсии, так вот я ушла, говорю, 4 месяца, я просто балдею, как хорошо на пенсии. Мне нравится, когда первый год мы сюда приехали, что-то у вас не спрашивают, Аня. Уже не помню, что. Что вы такое говорите? Я только на пенсию ушла, я только жить начала. Ну вот почти то же самое, да. Совершенно верно. Мне так запомнилось. Совершенно верно. Аня, ты не слышишь, я там тебя цитирую. А первый год, когда ты сюда приехала, что-то у тебя спросили, я уже не помню, что тут в суматохе. А потом ты отвечаешь, да что вы, я только на пенсию ушла, я ведь только жить начала. Ну нет, ну это удивительно. Мне это так понравилось и запомнилось. Пока родители еще чего-то успевали, а на пенсию...